Повертаємося до нашого ранкового бадьорого ефіру, і ми обіцяли, що буде у нас сьогодні в ефірі гаряче. Тож зараз поговоримо із секс-педагогом, психологом, сексологом Роксоланою Левицькою. Доброго раночку. Доброго утра. Доброго ранку. Так, така делікатна тема, дійсно, раніше про це навіть було соромно згадувати, соромно говорити. Зараз все ж секс-освіта стає більш популярною. Розкажіть, для чого потрібно розказувати дітям про секс і як це правильно робити? До сих пор тема закрита, можу вас уверити, і більшість батьків не говорят с детьми о сексе. И я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что нельзя передать то, чего у тебя нет. Если ты получил знания по математике, то ты можешь как-то научить своего ребенка хотя бы до 4 класса без репетитора. Да? Но если ты не знаешь английский, ну какие-то буквы ты прочитал, а дальше что ты будешь рассказывать? Вот мы столкнулись с такой ситуацией, когда о сексе не принято говорить, и наши родители нам этого не передавали. Как же мы хотим от современных родителей, чтобы они передали эту інформацію далі. А в чому причина? Це радянська ця політика, не знаю, що сексу немає. Я займаюся вивченням теми взагалі сексуальної культури, мірової сексуальної культури, і у мене навіть є курс «Сексуальна культура від кам'яного віку до наших днів». Так от я хочу сказати, що не треба грішити на Совєтський Союз. І до цього тема також була закрита, це було табу, цьому табу більше 2000 років. От зараз навіть з феміністичними направленнями ми бачимо, скільки було закритих тем. И тема сексуального воспитания, она не за последние 100 лет закрылась, она всегда была достаточно табуирована. И, скажем так, по историческим данным, в дворянстве, в дворянских сословиях, да, в высшем свете об этом говорили намного меньше, чем в аграрном направлении, да, где были крестьяне, где были люди. Это повязано с тем, что сексуальная тема всегда рассматривалась людьми, связанными с землей, как плодородие, как земледелие, как то, что давало жизнь. Потому что секс – это тема, которая волнует всегда всех, и говорим об этом или не говорим об этом, мы все равно все этим занимаемся, потому что иначе человечество бы просто не состоялось. Ну так, дивіться, якщо така, наприклад, ситуація, от дитина ставить запитання батькам з приводу сексуальної освіти. Судячи з того, що ви сказали, якщо батьки в цьому не обізнані, вони не можуть правильно донести до дитини інформацію. З чого потрібно починати? Батькам потрібно починати вивчати цю культуру, якось розуміти, що з чим, і вже потім передавати ці знання дитині. Сексуальне виховання – це не тільки вопрос «мама, откуда я взялся?». Это, в принципе, длительный процесс. Вообще процесс воспитания, он длительный. Так. И сексологи рекомендуют начинать с 3 лет. Именно с 3 лет уже подготавливать ребенка к тому, что существуют названия половых органов. Да? Мы же говорим рот, нос, мы говорим глазки, но при этом мы очень табуируем тему названия гениталий. Да? И это такая закрытая тема. Кстати, есть отдельные посты, я много об этом пишу, и другие специалисты об этом говорят. Наоборот, вот такие вот закрытые вопросы, они больше деформируют потом восприятие ребенка. Вот с 3 лет желательно начать подготавливать ребенка к тому, что существует твое личное пространство, существует правила нижнего белья. Кстати, это отдельная тема безопасности, сексуальной в том числе безопасности. Можно будет об этом поговорить, если будет интересно. Почему так рано, кажется, да? Надо бы попозже, половое воспитание, там, гормональные изменения. Дело в том, что уже в 1,5 года дети начинают трогать себя, и большинство родителей разрешают им трогать личико, да, волосы, там, сосать пальчик, но при этом, если дети трогают свои половые органы, то их наказывают или стараются убрать их руки. Так. Вот если задуматься, с самого начала мы сами приучаем наших детей, что есть что-то закрытое, недозволено, что трогать нельзя или о чем нельзя говорить. А ребенок в этот момент просто самоидентифицируется. Потому что в 3 года ребенок должен определиться, он мальчик или девочка, к какому полу он принадлежит. А дальше начинает копировать модели. Ему очень интересно, как ведет себя мама, как ведет себя папа, какие есть отличия. Поэтому когда ребенок в 3-5 лет подходит к вам и говорит: «Мама, откуда я взялся?», или «Папа, что у тебя такое?», не обязательно рассказывать анатомию 7 класса.
Достаточно, достаточно открыто, спокойно, с любовью объяснить очень простые вещи о том, что ты появился в результате любви, или ты родилась из маминого живота, куда ты попала, через гениталии, которые есть у мамы. И я рекомендую не говорить там перчик, не говорить там горошинка, не говорить пися. Почему? Кажется, такие, да, вот слова детские, няшные такие слова. Ну, привычные, так, в принципе, и часто. Ну, потому что нам так говорили, правильно? Нам так говорили. Я завалёвана. Да, а как вы думаете, почему? Почему нежелательно? Потому что к 6-8 годам дети все равно узнают, как что называется. Но лучше они узнают это от вас, будут называть это правильно, так. Будут называть пенис, мошонка, половые губки, чем они прочитают то, что написано на заборе или в каком-то YouTube-канале, так. Придут, и я не буду говорить сейчас, я думаю, все поймут. Цензура. Из трех букв со словами «А это у меня где, если у меня пися?» Ну, це найвідоміший піший хіт, в принципі, в світі. До речі, воно взялося із Греції, тому що там, якщо пам'ять мене не зраджує, була розвинена саме сексуальна культура, і коли тебе посилали на ці заповітні три букви, то тобі бажали, наприклад, всього хорошого. Ну, дійсно. Просто не зрозуміло, навіщо нам табуювати цю тему, адже це може бути, призвести до негативних наслідків. Є определені культурні наследие, мы потихонечку выходим из этого состояния. Где-то в Европе об этом говорят больше, чаще, где-то в азиатских странах вообще не принято об этом говорить. Мы находимся на той стадии развития, когда эта тема уже поднимается, но при этом все-таки очень-очень осторожно, с, скажем так, аккуратными маленькими шажками. Но это уже лучше, чем ничего. Я со своей стороны столкнулась с тем, что в 7-8 классе девочки, которые уже имеют половое созревание, у которых уже начались месячные, боятся поговорить со своими мамами о том, что с ними происходит. И это открытые девочки, это семьи, в которых есть контакт. На вопрос «почему?», а у нас об этом не говорят. И это на самом деле абсолютно физиологическая тема, да, которая уже освещается чуть ли не в каждом третьем ролике по телевидению, где рассказывают, какие средства надо, но для чего и как до сих пор мы боимся поговорить. Чи змінилася якось ситуація порівняно із попередніми роками, там, я не знаю, 2000-ми, 90-ми роками зараз? Все ж таки набуває популярності сексуальна освіта, і чи більш відкритою стає ця тематика? Да, это очень развивается, особенно осознанные родители, которые хотят воспитывать осознанных и сексуально здоровых детей, они обращаются к этой теме. На самом деле существует огромное количество литературы. Уже есть книги, много роликов. То есть, если человек хочет, он может найти источники. И я разработала два курса. Один курс – это для детей и подростков, причем он разделен по возрасту. Половое созревание, как все происходит, ответы на вопросы, словарик интимных терминов. И отдельный курс для родителей, которые приходят за тем, чтобы узнать, как им самим поговорить с детьми о сексе. Потому что чаще всего, даже пройдя, ну, к сожалению или к радости, к моей радости, но и к моему сожалению одновременно, родители, даже самостоятельно пройдя этот курс, говорят: мы не можем, мы стыдимся, дети нас не поймут. То есть я вижу, что работа с родителями сейчас, наверное, даже в первую очередь важна. Важливейшая. Да, потому что как только родитель может сам произнести открыто, не стесняясь, не краснея, название, хотя бы название своих половых органов, его ребенок понимает, этого нечего стесняться, это нормально, это физиологический процесс, и я тоже могу об этом говорить открыто. И самое главное, что это очень сильно снижает потом ту потребность и тот возраст, с которого начинают использовать порнографию,
с которого начинают использовать какие-то вещи, не свойственные для развития, для здорового развития детей в определенном возрасте. От мене цікавить такий момент, ми плавно перейшли від дітей до дорослих. Якщо дорослі соромляться сказати там, назвати речі своїми іменами, або просто жінка, наприклад, червоніє, коли ти кажеш банально слово «секс», угу, це може нашкодити психічному здоров'ю людини? Секс – неотъемлемая часть нашей жизни. Так. И, как я говорю взрослым, раз мы перешли ко взрослым, моя работа – ваше удовольствие. Угу. Если вы не можете произнести слово, то, скорее всего, то, что вы хотите сделать, и то, что скроется за этим словом, вы тоже не можете воспроизвести. Угу. А это уже ограничение. Как только я должна себя ограничивать в том, что я говорю, скорее всего, я поставлю себе запрет и внутри на то, что я буду делать. Поэтому чаще всего ограничения, как мы видим, внешние, да, словесные, показывают, что и внутри нас есть определенные ограничения, комплексы, запреты, которые, скажем так, міняют нашу сексуальну життя не в лучшу сторону. Так, а є думка вчених, що секс – це запорука психічного здоров'я. Це так? Здоровий чоловік складається із різних факторів. Угу. І сексуальна життя – це одна із частей. Якщо з нею все добре, якщо все в порядку, то і з чоловіком все в порядку. Тому що во время секса вырабатываются определенные гормоны. Гормоны, влияющие на удовольствие, на счастье, на любовь, на привязанность. И если эти гормоны не выделяются, то человек априори не может быть доволен жизнью. Он не может настолько сильно радоваться каждому дню, он не настолько хочет каких-то объятий и отношений. То есть секс задуман природой, Богом для того, чтобы мы радовались этой жизни, получали от нее удовольствие и продолжали свой род. Угу. Если мы где-то в этот момент себя ограничиваем, значит, мы чего-то недополучаем. Повертаючись до теми секс-освіти, ви говорили, що у вашому підручнику є як розділи для маленьких дітей, угу, і поступово-поступово до підлітків. Чим відрізняється пояснення на цю тему для дітей, угу, маленьких від 3 років і підлітків? Якщо ви говорили, що дійсно уже з 3 років треба називати, так скажемо, речі своїми іменами. На каждом этапе полового созревания существуют различные потребности у ребенка. Да? И если мы даже просто возьмем период подростковый, то даже там формирование либидо имеет определенные этапы. Если вначале развивается эротическая либидо, и когда мы сейчас говорим про подростков, когда в 10-12 лет ребенок должен выработать воображение, читать больше книг, смотреть фильмы явно не порнографического, а эротического или легкоэротического содержания, это закладывает его здоровое восприятие дальнейших отношений. Следующие виды либидо, которые развиваются, они тоже должны развиваться в определенном возрасте. И, соответственно, для каждого возраста существует информация, которая лучше всего укладывается у ребенка. То есть 3-6 лет – это один период. Надо ответить на вопрос, чем отличаются мальчики или девочки, удовлетворить вопрос, откуда я появляюсь, чтобы снять это напряжение. И в возрасте 7-12 лет объяснить ребенку, что, я не знаю, могу ли я здесь говорить слово «мастурбация», в принципе, это слово медицинское, да, что это нормально, что это естественное проявление организма, когда ты исследуешь себя, свою реакцию. Ты попробовал торт, тебе вкусно, ты хочешь его повторить. Ты попробовал свои органы потрогать, тебе нравится, когда тебя гладят. Ты себя погладил, тебе приятно, это нормально. Другой вопрос, когда у ребенка достаточно ограниченное поле деятельности, да, или когда есть какие-то, ну, это уже к нам обращаются психологам, детским, на самом деле, психологам, сексологам, с вопросами, а почему вот это вот самоудовлетворение заменяет все на свете. Очень много детей сейчас страдают как раз тем, что они снимают стрессовые ситуации через самоудовлетворение. Вот здесь родителям и тем, кто окружает этих детей, видит эту ситуацию, стоит
обращать на это внимание и уже обращаться к специалистам или принимать меры. Но в возрасте 8-12 лет знать, что трогать себя и получать от этого удовольствие – это нормально, не нужно знать ребенку в 3-7 лет. Так. Есть, опять же, некоторые вещи, которые важны. Но я сейчас хочу сказать, это для меня безумно важная тема. В каком бы возрасте родители не начали об этом говорить, это важно. Не надо думать, что если не сказал в 3, не сказал в 7, не сказал в 12, то там в 16 уже поздно. Нет, есть базовое правило, которая сейчас описана Европейским Союзом. Есть прекрасные методички, они в общем доступе, они бесплатные, они есть у меня на аккаунте на моем, в Инстаграме, есть в Фейсбуке. Я готова отправлять их родителям, если они напишут ко мне запрос. Это правило нижнего белья. Это в первую очередь, что должен знать родитель о том, чтобы обезопасить своего ребенка от различных сексуальных извращений, от того, чтобы к ребенку пристали, и чтобы ребенок знал, как себя вести, где его границы, где границы других людей и как эти границы соблюдать. То есть это очень важная тема. Я еще раз специально хочу повторить, правила нижнего белья – это то, что базово должен знать каждый подросток, каждый ребенок до 16 лет, возраст согласия 16 лет. Вот до 16 лет это обязательно нужно знать. А что это за правило? Это правила, которые объясняют, что твое тело принадлежит тебе. Так. И прикасаться к твоему телу без твоего согласия нельзя. Угу. На самом деле даже педиатр должен спросить у ребенка, можно ли его осмотреть в местах, которые так называются, ну, скрывают нижнее белье. Да? Я часто сталкиваюсь с тем, что ко мне подходят на лекциях, на тренингах подростки, так как я работаю с детками 11+, в школах и на частных консультациях, ну, и, скажем так, на тренингах именно с 11+, маленьких, более младших деток, я только родителей консультирую. Uh-huh. Так вот, ко мне подходят подростки и говорят, а если бабушка меня целует в губы, вот вы так сделали, да? Ну, а бабушка говорит, а бабушка говорит, я же тебя люблю, я же тебя воспитала, я твою попку мыла с самого рождения, я тебя голеньким видела, а ты теперь вот не хочешь, но я же тебя люблю. Да, а ты теперь вот не хочешь даже бабушку там темнуть. А могу ли я, ребенок в 11 лет говорит, могу ли я сказать бабушке, бабушка, мне это неприятно, обидит ли это ее? То есть, если задается такой вопрос, это значит, ребенок не знает границы дозволенного, что можно делать с ним. Это значит, что если где-то в транспорте кто-то из психически нездоровых людей начнет к нему приставать или там сделает какие-то действия, которые ему не понравятся, он не будет знать, имеет ли он право защитить себя и может ли он сказать «нет, я должен позвать взрослых, или я должен сказать свой протест». То есть вот это надо закладывать уже в самом раннем возрасте, и это тоже часть сексуального воспитания. Поэтому сексуальное воспитание — это не просто ответ, как называется и как устроено. Это длительный процесс, и, как вы правильно сказали, в каждой возрастной категории как минимум 5 раз с возраста от 3 до 16 лет нужно сделать определенные вливания, определенной информации. Это обезопасит от многих вопросов, снимет напряжение к этим вопросам и даст хорошую сексуальную жизнь на следующие 100 лет, как я надеюсь, у нас сейчас технологии позволяют жить очень долго. Ми говорили про те, що батьки мають пояснювати про цю тему загалом, говорити з дітьми. Якщо брати загалом освіту, освітній процес в Україні, чи варто вводити, на вашу думку, такий предмет, як секс-освіта? Да, я за это, и я всячески прикладываю к этому усилия. В свое время я работала с министерством по внедрению определенных образовательных программ. Сейчас я вижу необходимость внедрения такого образования, и уже есть частичные курсы, есть фонды, которые в этом участвуют. Это не то, что одна Роксолана Левицкая пришла и рассказывает о том, что надо это делать. И множество людей уже это делают. Но это капля в море. Это настолько маленькие точки вливания. И опять же, что можно говорить, что нельзя говорить. Можно говорить о гигиене, и урок гигиены проводится. Но ко мне обращаются папы и говорят, а зачем мальчику знать о женской гигиене?
И здесь нужно разговаривать уже не столько с мальчиком, сколько с родителями. Поэтому я считаю, что не только детям надо прививать, но и делать отдельные курсы для родителей, для того, чтобы родители понимали или хотя бы не запрещали детям узнавать корректную, правильную информацию от специалистов. А такое часто случается. Так, це важливо. Ну, просто хочеться ще, давайте наостанок, одне питання, от пандемія. От люди сиділи собі вдома, і не рідко буває таке, що люди або розлучаються, або вони починають жити в різних кімнатах. Як уберегти ось це здоров'я, про яке ми сьогодні говорили? Очень актуальна тема, і я так розумію, що она и дальше будет набирать обороты, интерес к этой теме. Есть несколько очень простых советов, которые на самом деле сложно сделать. Первый простой совет – это постоянно быть интересным друг другу. То есть как только ты теряешь интерес к другому человеку, скорее всего, этот человек тоже потеряет интерес к тебе. Поэтому даже находясь в соседних комнатах, ну, можно вести сексуальную переписку. Но только друг с другом, а не с внешним. Ну так, дивно. Да? Хотя иногда и внешняя переписка помогает людям, встретившись на кухне, увидеть друг друга другими глазами. Один из способов – это поддержание постоянного, я сейчас говорю как сексолог, сексуального интереса. Второй момент – это возможность снятия стресса не на человеке, а, скажем так, на чем-то ином. Я рекомендую своим клиентам, у меня есть и пары мужчин и женщин, вообще разнополые есть пары и отдельные люди, которые приходят с этим вопросом и говорят, что делать. Я говорю, так, берешь подушку-крикушку. И кричишь у ней. И просто все, что ты хотела только что сказать своему парню, мужу или своей жене, девушке, идешь в ванну, включаешь воду и прямо туда несколько раз подряд. Ух ты. Это очень простой совет, очень дешевый совет, но он действительно помогает. Так. Поэтому иногда можно даже подушку... Відлупцювати. Хлопнуть, ну. Да. Главное не нести ее в спальню и не давать потом детям, потому что... Ага. Я как психолог могу сказать, что даже вещь вроде бы как не живая, несет на себе определенную энергетику, я в это верю, поэтому лучше ее куда-нибудь спрятать до следующего вот такого приступа откровенности. Ну, слушайте, краще бити подушку, ніж жінку. Це 100%. Я категорически против того, чтобы рукоприкладствовать, и в данном случае подушка – это просто возможность выплеснуть эти эмоции, потому что чаще всего, кому мы отдаем то, что у нас накопилось, близким людям. И именно поэтому во времена пандемии все больше вот таких вот всплесков, которые на самом деле можно нивелировать вот такими простыми вещами. Дякуємо за такі корисні поради. Нагадаємо нашим глядачам, що у студії була Роксолана Левицька, секс-педагог. Друзі, дякую, що були з нами. Не забувайте підписатися на наш YouTube-канал, аби не пропустити жодного цікавого та корисного для кожного вас відео. Ну і щоб першими отримувати найактуальнішу інформацію, давайте ще раз, бо це було щось не дуже. Найактуальніше. А я хотів сказати. Тань, давай... Щоб першими отримувати найактуальнішу інформацію... Ну, скажеш, коли можна. І щоб першими отримувати найактуальнішу інформацію, вмикайте дзвіночок.